Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Диану Арбенину бушующий в мире коронавирус задел не меньше, чем ее поклонников. О том, как певица переживает пандемию, она по телефону рассказала корреспонденту Дни.ру. «Мы пару дней назад перенесли 4 ближайших концерта. Первый должен был быть состояться 19 марта в Екатеринбурге, второй следом в Перми. Плюс Сибирь в конце месяца», — вздохнула Арбенина. «Сделали это по моему личному решению. Со стороны организаторов была возможность концерты провести каким-то образом, с учетом ограничений по численности, разделив людей и выступления на несколько частей, но мне показалось правильным перенести. Мы все равно приедем, просто сделаем это, когда будет более безопасно, в первую и главную очередь, для зрителей. Что касается лично меня и моей семьи, то маски мы не закупаем и не носим. Они, по всем данным, никого из здоровых не защитят», — отметила Диана. «Я каждое утро начинаю день со свежевыжатого лимонного сока, причем выжимаю его рукой и ничем не разбавляю. Чистый витамин помогает мне уже года 3 в борьбе с вирусами и укрепляет иммунитет. Дальше вода, гимнастика, обычная рутина. У Артема и Марты в школе, как и у всех в Москве и Подмосковье, занятия перевели в дистанционный режим. Дети, прямо скажем, в восторге. И от того, что в школу не ходят, и от того, что я дома», — сообщила певица. «Они, как и все дети творческих людей, хотели бы меня видеть чаще, чем это обычно получается. У нас совместное выполнение домашних заданий, много домашних кинопросмотров, а также куча игр, от пианино и шахмат до настолок. Я желаю всем нам спокойствия, терпения, здоровья, понятное дело. Все будет хорошо, ребята. Берегите только себя и мам, пап, бабушек, пожалуйста», — заключила звезда. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!